Сливочный соус с сыром великолепно раскрывает и дополняет вкус цветной капусты. Готовится блюдо в духовке очень быстро, при условии, если капуста заранее отварена. Цветная капуста в сырном соусе получается в виде запеканки, которую с охотой кушают даже маленькие дети. Запеченный овощ вместе со сливочно-сырным соусом смакует просто великолепно. О пользе цветной капусты знает каждая хозяйка, которая заботится о здоровье своей семьи, поэтому это блюдо, непременно, должно быть на каждом столе. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. 1. Разбираем капусту на соцветия и отвариваем в подсоленной воде. Нам понадобится не более 300 грамм овоща. 2. Тем временем готовим соус. Растапливаем сливочное масло и добавляем муку. Жарим, постоянно помешивая, пока соус не станет густым. 3. Добавляем сливки и натертый сыр. Провариваем, постоянно помешивая. 4. Когда соус станет однородной густой консистенции, снимаем с огня. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. 5. Выкладываем в форму цветную капусту, после чего заливаем ее приготовленным соусом, можно приправить по вкусу. 6. Сверху выкладываем кусочки сливочного масла и отправляем все в духовку, запекаем около 25 минут при средней температуре. 7. Я еще притрушиваю после заливки соусом панировочными сухарями, но это по вашему желанию. Вот такая красивая получается цветная капуста в сырном соусе в готовом виде. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Ингредиенты. Цветная капуста, 300 грамм, сыр, 200 грамм, сливки, 200 миллилитров, мука, 3 столовые ложки, сливочное масло, 2 столовые ложки, количество порций, 4-6. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Люблю вас, друзья, жду снова.